Привет всем, дорогие друзья, с вами Владимир, это канал Тигр Килл. Мы сейчас с вами находимся на европейском профессе. Хотел просто проверить, пополнить счет кредиты. Но здесь какая-то система через Steam без понятия. Она почему-то не пополняется. Вот смотрите, при вас. Берем на 10 евро. И какая-то коробочка. А, и плюс еще бонус какой-то, бля, за 10 евро. На 200 чем-то кредитов больше будет. Авторизоваться. Хотя... Сейчас, если я авторизуюсь, она все равно не пойдет. Но я заметил другую фишку. Смотрим. Так, делаем вот так вот. Ну-ка. Так. Все. Мы находимся сейчас в самом стиме. Да, вот. Видно, что игра запущена, бля-бля-бля. Что мы делаем? Зайдем в магазин. Пишем. Варфейсик. Так, варфейсик. Бесплатно. Ищем. Здесь валюта. Честно, я сам не ожидал, но... Ну, когда я просто нажал на Warface, там вот это показало. Я вот решил зайти. Оказывается, бля, покупать, как сейчас, не можно. Но покупать, заказывать, блядь, можно так. Короче, берем стартовый пакет. Что я тут здесь выбрал? А вот, даже написано. Возьмем штурмовую пушку. Блядь, я не знаю, что за... Что за пушка такая вообще? А вот все. Кобальт, кинетик. Ускоритель на 30 дней. Супер ускоритель на 30 дней. И это всего лишь за сколько? За 9,99. Это где-то 1000 с чем-то, 1100 там написано было, да? 1100 кредитов. Тут будет 1500 кредитов. За 10 евро. Ха. Нехило, да? Давайте сейчас тогда в корзину берем. Так, бля, это правильно хоть? Да. Берем. У меня сколько? А, у меня 14 евро хватает. Перетивок к оплате. Так, принимаю. Бля-бля-бля, купить. Он все, снялся. Вернулся в магазин. Все, теперь мы заходим в Warface обратно. Так, склад. И когда эта штука мне сейчас придет? Только не говорит, что надо перезайти. А, во, все. О, и 1500. Зашибись. А, предмет получил золотой. Золотой это? А я думал, ты просто это... Скин такой. Использую сейчас. Выбрать. Так, окей. Заходим на склад. Полигон. Плавненько наверх идет. Вот я сейчас ее контролирую. Оп, оп, оп. Ой, извините. Так, а как может тебе... А, вот, все. Слушай, ну за 10 евро... В рублях это 900 рублей, да? Золотая пушка. Кобальт, кинетик. Файл, сейф. Так, хорошо.
У нас тысяча, сколько там, тысяча с чем-то кредитов. Хорошо. Так, зайдем тогда в магазин. Что у нас здесь? Что внутри? Кочевник. Не, что ты, блядь? Какой-то кунай. А на медика есть что-нибудь такое нормальное? Я хочу медика. Вот это интересно, что такое, блядь? Это что такое? Что внутри? Это штурмовая, да, пушка? 1%, сука. Блядь, вот мне не нравится, когда пишется 1%. Так. Вот я не знаю, что... Блядь, мне это нравится. А мне все нравится. Так, это что такое за... 30 кредитов. А давайте тут попробуем. 30 кредитов, он много не стоит. А? Не знаю. Пишите там, хуйня, не хуйня. Так, это что такое? Еще одна ППшка. А, нет, это золотой... Это зенит ПКП, ПКМ, блин. О, нихера себе. Стой. 3 часа, 3 часа, 3 часа. Подожди-ка, здесь можем выбить вот это вот, что ли? Золотой GeForce Arms Huckleberry. 30 кредитов. Давайте попробуем так, помаленько. Так, вот так вот. Сколько у нас? 1500 кредитов. Выбили. А вот хрен. Два тогда раз этот. Потом мы возьмем. Где там бы еще было за 30? Вот он, за 30. Давай. Выбил, сука. А, заебись. С 5 коробок. А чё ты хотел, блядь? Ай, бля. Зашибись. Это потому, что я долго не заходил сюда, не крутил коробку, не сказал: о, блядь, братан, привет, давай мы тебе сейчас 5 коробок тебе дадим, бля. Донат нахрен. Блядь, вот я всегда не понимаю, как зайти сейчас в полигон? Я выбрал, да. Меню. Выбрать. А как зайти в полигон? Склад, ну я склад. Иди полигон, блин. Так. Чего, блядь? Это ж ПП, блядь. Ты угораешь? Это ППшка же, блядь. Тащит, почти что такое, блин. Что здесь происходит? Я так понимаю. Ну это как глок. Да, только это УЗИ. УЗИшка, блин. Наподобие УЗИшки. Да, наподобие. Тебя роняет, например, со снайпера. Хуякс, ты падаешь. Выходит противник на тебя, зарезать тебя. И ты... А вот нихуя. И убил его. Мангуст. Слушай, ну, порадовал. Так, дополнить один уровень, сколько? Подожди, стоп. 2 часа. Подожди. В смысле 2 часа? Я обосрался. Вот 2 часа стоит тут навсегда, блин. О, моды. Ух ты. Хорошо. Будем, кстати, иметь в виду.
Я испугался, блядь. Я думал, что навсегда выбил, но не навсегда, блядь, что стоял 2 часа. На время только. Так, подожди-ка, давай-ка посмотрим лучше. Так, что внутри? Получено. Ну да, у нас всегда, бля. Блядь, не пугайте меня нахер. Так, что, давай вот это вот тогда попробуем. Я хочу за медика коробку. Ой, ну 42, 42 кредита. Вдруг он золотой сейчас дать с 5 коробок, ты шо? Едь. Ага, размечтался. Давай еще. А вот интересно, сколько ты стоишь? А вот честно, а сколько раньше стоила карточка? Когда эта карточка падала, сколько тогда донат стоил? Вот. Сейчас 1500 кредитов. А сколько тогда стоило? Или даже на время, а нет, на время есть 1 час. Бля, вот я не знаю нахрен. Тридцатка, чё? Бля, ну здесь пушек как больше, ёпарасит. Ну, один донат все равно. Это уже прогресс. Это уже прогресс. Но все равно, бля, ну вот тоже прикольно, слушай. Сколько у тебя это шанс, чтобы тебя убить? 0,8, пиздец. 0,8, 0,8, 0,8. Короче, я могу 5000 кредитов закинуть и ни хрена ничего не выбить. А какой у тебя шанс был? Подожди, надо здесь посмотреть. 0,1%. 1%. Ты чё? Доктор Уайт. Пенелли. Тамагав. Так, вот это можно навсегда выбить себе, да? Ты чё? О! Инженер какой. Здрасте. Ты еще тут. Ха, зато GoPro-шка есть у него. Ха-ха-ха. А, так, что тут еще есть? Ух ты, бля. Ты ж баба. Так, а ты че? Поворачивать нельзя, хорошо. Нет, это не хочу я. Я не хочу. Так, 12 кредитов, ты серьезно? Что внутри? Имбл. Ладно, за 12 кредитов, понял. О, это что такое? Коробка Маузер. Кар. О, кар. Карабин, бля. Но его можно покрутить, по идее. За 12 кредитов, 80% скидка. Надо будет попробовать еще. Так, что у нас здесь? Вот это я не хочу, нет, не хочу. Пожига, что такое? Но это мне есть. Знак возвращения. А у меня сколько их вообще? Да, ну это хорошо, что выпало. Может быть пойти? Ну-ка, повернись еще. Так, полигон. Считай, золотую пушку получил просто так вот. 1500 кредитов. Еще выбил пистолет. То есть ППшку. Которую можно моды поставить на нее. А как она ставится, блядь?
Перечитай. Подожди, это надо прокачать ее, что ли? Да, моды, мастерство. А что такое? Ячейка для модов, а что такое? Кучность. Ага. Подожди-ка. Стрельба с двух рук. 200 кредитов. Ты что, угораешь, что ли, блядь? Темп стрельбы. Даже темп стрельбы можно увеличить, блядь. Детали плюс 20. А у меня детали есть, прикинь. Ха-ха-ха. А что тут еще есть? Ячейка для мода. Ага. Ебать. 650 кредитов. Чем выше, тем мне хреновый становится. А что такое? Урон по торсу. Легкий модуль. Урон по конечности. За 1400 кредитов, это конечно. Брелок с... Угу. Это всего за 1650. А что? Максимальный уровень мастерства в обращении... Контроль отдачи. Какая там контроль, блядь? Камуфляж драйв. Да, 1950 кредитов. Всего лишь. Заходи только сегодня. Да. Ладно. Кому понравилось видео, ставьте лайк и комментируйте. Как считаете, за 1500 кредитов золотую пушку приобрести и плюс еще одну навсегда выбить себе? Хоть пистолет, блядь. Это просто подфартило мне. Пишите. Всем удачи, всем пока.